Меня зовут Анна, я основатель и администратор группы «Помощь бойцам». Мы помогаем раненым участникам СВО с самого начала специальной военной операции. Что побудило меня создать группу «Помощь бойцам»? Это желание поддерживать наших защитников, чтобы они знали, что у них есть крепкий тыл и постоянная поддержка. А волонтерская деятельность, безусловно, меняет жизнь человека. Появляется намного больше работы, намного больше знакомых, новых друзей. И это очень хорошо, потому что чем больше людей помогают, тем лучше. Каждый может чем-то помочь. А мечтаю я, конечно же, о том, чтобы скорее все это закончилось, чтобы все сыновья, братья, отцы, папы, мужья, все вернулись в свои семьи. И мы обязательно победим. Меня зовут Анна. Я проживаю в поселке Веселый. Работаю в социально-реабилитационном центре Веселовского района. Являюсь волонтером группы «Помощь бойцам» по доставке гуманитарной помощи бойцам СВО в город Ростов-на-Дону. Сама была, как говорят, за ленточкой. Доставляла гуманитарную помощь в военную часть, находящуюся за Мариуполем. Кроме этого, регулярно помогаю своему младшему сыну, кадету Орловского казачьего кадетского корпуса в участии по сбору гуманитарной помощи. Верю и надеюсь, что это поможет приблизить нашу победу, и все бойцы скорее вернутся домой к своим семьям живыми и здоровыми. Мы учителя, родители, дети Маныч-Балабинской школы от всего сердца стараемся помочь нашим ребятам на передовой. Солдатские матери, сила земная, мы сердце теплом вам своим согреваем. От имени всех матерей на планете спасибо, сынки, что нам солнышко светит в тылу и вдали от разрывов снарядов. Вы знаете, душою мы все с вами рядом. Мальчишки, девчонки вам письма напишут, о подвигах ваших все знают и слышат. Ребята, родители и педагоги посылки фасуют с заботой в тревоге. Окопные свечи и души сухие, для вас мы готовы на все, дорогие. Мы вами гордимся, вы Родины щит, ведь каждый из вас наши жизни хранит. Мы все можем с вами приблизить нашу победу. Здесь, где не взрываются бомбы, не летает пули, мы можем помочь нашим бойцам. Теплое слово, теплые вещи, тепло наших рук ждут ребята на передовой. Не будь в стороне, прояви себя, и победа будет обязательно за нами.